Сведения Волкова подтвердили наши опасения. В Восточном Берлине Персей получил атомную бомбу. Мы не можем быть уверены. Она у него, это точно. В документах Волкова мы нашли зашифрованные координаты. Безлюдная местность на территории Украинской ССР. Вот что обнаружил Blackbird. Я хочу знать обо всем, что происходит в здании. Нужна помощь остальных. Я вызвал Вудса и Мейсона из Киева. Белл, пойдешь туда с Вудсом. Мы с Мейсоном останемся ждать эвакуации. Парк, на тебе связь. Мы не знаем их состав и уровень подготовки. В бою действуйте на свое усмотрение. Пришло время заглянуть за железный занавес. Держи наготове Мейсона с Адлером. Идем. Их база вон за той горой. Входите, берете информацию, уходите. Черт, Барт. Я хотел немного задержаться. Тюрьму посмотреть. Посмотришь, когда мы узнаем, что задумал Персей. Вот это монстр. Там может оказаться много интересного. Сфотографируй. Покажем аналитикам. База. Надо заснять базу. Точно. Пора испачкать руки. Часовые сверху и снизу. Выбирай себе цель. Убери камеру. Доставай ствол, пора испачкать руки. Грузовика еще двое. Ну нафиг. Тебя где так стрелять учили? Давай, спускайся вниз. Я прикрою тыл. Увидишь что-то важное? Фотографируй. Карты, чертежи, все, что найдешь.
отвечает. Работай по плану и заходи внутрь. Твое? Парк, мы нашли, как пробраться внутрь, но у нас не так много времени. Тогда идите дальше. Я не против. Внизу охрана. Спускаюсь вниз и атакую по твоей команде. Ладно, я готов. Главное, не попадайся на глаза капитана. Других за меньшие проступки на губу. По твоей готовности. Посторонний! Все чисто. Идем дальше. Готовится. За этой дверью может быть целая толпа коми. Прикрой. Чтоб ни слова, Белл. Это что вообще? Здесь тренируется спецназ. Все как у нас в Америке. Начинаем боевые учения! Черт! Они начинают! Твою мать! Вперед! Устроим им учение в боевых условиях. Они что, часть учений? Это не учение! Повторяю, это не учение! Прикрой меня! Впереди граната! Берегись, граната! Огонь по цели! И это все? Противник на фланге! Огонь! Погнали! Открыть огонь! У них тут машина!
Контакт на крышах! Прикрой меня! Граната! Нас окружают! Вот стоило мне спросить. Кидаю гранату! Прямо на вышку! Двигай к лифту! Граната! Серьезный парень! Тот лифт ведет прямо на вышку. Граната! Серьезный парень. Перезаряжаю!
лифте едут. Какие-то дурацкие учения. Тут полно красных. Мы все еще ищем данные. Твою мать! Уходите! Мейсон и Адлер вас заберут. Она в ярости. Похоже на то, верно? Здесь посторонние! Похоже, здесь у них командный центр. Идем. Джекпот. Центральный компьютер. Посмотрим, что задумали эти красные. Добро пожаловать в военно-аналитический архив Министерства обороны. Статистика боевых действий в городских условиях. Для служебного пользования... Это ерунда, ищи дальше. Операция «Зеленый свет». Для служебного пользования... Так, это еще что за новости? Белл, открыть можешь? Разумеется, там пароль. Посмотри вокруг, у Коми с фантазией туго. Поищи на столе. Может быть, там Сталин? Он у них везде. Попробуй Сталина. Давай, Белл, ты же у нас эксперт по взлому. Черт возьми, мы не можем торчать тут весь день. Неплохо. Подтвердилось. В Берлине засветилась бомба проекта «Зеленый свет». Наша бомба. Если это всплывет... Об этом никто не узнает. Даже группа Адлера. Ставки слишком высоки. Высоки — это не то слово. Речь об американской атомной бомбе, спрятанной под Берлином. Мяч в игре. Если объект узнает правду... Тебя так волнует правда? Меня волнует контроль над объектом. Если мы не сможем контролировать объект, мы его уберем. Вот и все. Беру распечатку. Полный бред. Персей внедрился в ядерную программу ЦРУ под кодовым названием «Зеленый свет», которой руководил Хадсон. Украденная бомба американская. И Хадсон об этом знал. Внимание! Внимание! Черт! Пора сваливать! Блин, поверить не могу. Парк, ответь! Парк! Хадсон врал! Он врал нам, скотина! Вот, ты о чем? Я проверю свет! Вот о чем охотится Персей! Там повсюду следы Хадсона! О, тебя плохо слышно! Убирайтесь от... Вот, ты о чем? Я про зеленый свет! То, за чем охотится Персей! Там повсюду следы Хадсона! Вот, тебя плохо слышно! Убирайтесь оттуда быстрее!
нас тем хуже. Проследи, чтобы Адлер с Мейсоном были готовы к исходу. Надо добраться до выхода. Они перекрыли выход. Придется прорываться. Прикрой, мать твою! Твою мать!
здесь, Белл! Белл, эта сволочь заходит справа! Твою же мать! Вот вам реновация городской застройки, придурки! Да, сэр, понял. Ты ведь знал, что бомба наша, и не сказал! Что еще скрываешь? Может, из тебя выбить правду? Подумай как следует, Вудс. Так, успокоились. Ваши разборки не помогут поймать Персея. Почему не сказал, что это наша бомба? Чтоб мы ему задницу прикрыли. Этот урод врал нам всю дорогу. Это не ложь. Это умолчание. Это твой конек, да, Хадсон? Манипуляции людьми. Сознательное искажение правды. Правды? Нет. Только выбор, кому верить. Адлер знает об этом все. Верно, Рас? Этот зеленый свет. Что это? Выкладывай. В 58-м шла гонка вооружений. Эйзенхауэр решил, что мы не успеем отреагировать на вторжение в Европу. И дал старт операции «Зеленый свет» — секретной программе по закладке атомных бомб во всех крупных городах Европы. В качестве страховки на крайний случай. В 74-м бомбы заменили на мощные нейтронные, способные уничтожать людей без вреда для инфраструктуры. Тысячи сгорят живьем, а ты говоришь о сраной инфраструктуре. Эй, цивилизованно. Убиваем людей, сохраняя здания. Мы хотим защитить свой жизненный уклад. Давно знаешь о пропаже бомбы? 8 недель назад с одной из бомб пропала связь. Мы до конца не были уверены, что это Персей, пока не увидели ваши снимки из Берлина. Так, американская бомба находится у врага. А если он ее взрывает, тогда США становится всеобщим врагом номер один. Этого бы не было, исполни ты свой долг, убив Персея во Вьетнаме. Знаешь, Хадсон, в другой раз я не остановлю Вудса.